Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости и зрители канала. Каждый день пью этот напиток. Вы его не встретите в магазине и не купите в аптеке. Делаю я его своими руками. И помогает он от множества заболеваний. Помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови. Снижает давление. Помогает укрепить кости. Избавляет от артрита. Помогает избавиться от запоров и наладит работу кишечника. Помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, укрепляет стенки сосудов. А делается он легко и просто. На стакан воды я беру 1 столовую ложку зеленой гречки. Зеленая гречка – это крупа без термической обработки, и она имеет свойство прорастать. Это живые зерна. В отличие от классической гречки, которую мы привыкли есть, зеленая гречка даже на вкус совсем другая. 1 столовую ложку зеленой гречки перетрите любым удобным для вас способом. Я это делаю при помощи кофемолки. Посмотрите, какая получается зеленая гречка в кофемолке. Она практически белого цвета. Полученный порошок зеленой гречки перемещаю в ковшик или кастрюльку. Заливаю стаканом воды. Размешиваю, ставлю на маленький огонь и варю на самом маленьком огне после закипания 2-3 минуты. Посмотрите, какой густой и питательный получается отвар. Остужаю до комнатной температуры, процеживать не надо. Получается гречневое, очень густое молоко, полезное и на вкус приятное. Чем-то похоже на манную кашу. Если вы добавите чайную ложку на стакан воды, тогда молочко будет немного реже. Контролируйте густоту на свой вкус. Пью такое молочко за 20 минут до еды. Будьте здоровы!